Всем приветики еще раз. В общем, купил, не купил, но да, заказал. Вот пришло одновременно с чехлом для жесткого диска пришел и кабель для USB 3.0, потому что тот кабель, который идет в комплекте, он коротковат всего лишь. Я не знаю, 40 сантиметров, этого маловато. Поэтому я заказал еще и удлинитель. Там как бы о фирме Ugreen отзывались хорошо, что типа у них качественные кабеля. А мне и нужен качественный, потому что для передачи информации нужна именно качество. Потому что если кабель плохой, то будет скорость там уменьшаться и все такое. Ugreen, как обычно, ложит. Мне в прошлый раз, когда я заказывал их кабеля, положили такую стяжку для проводов. Вот. Такую стяжечку для проводочков. Это они рекламку положили. Типа у них скидки добывают до 70%. 75%. И попросили 5 звезд поставить. Ну и также вот сам кабель Ugreen. USB 3.0. И мы сейчас его распакуем. Оказывается, она легко открывается. Я хотел взять ножик, а здесь просто тянешь, оно по этой вот пластмасске, которая там лежит, рвется по ней. Вот, внутри была такая бумажка с благодарностью за использование Ugreen. Тут какая-то информация. На английском, поэтому непонятно. Вот. Ну и, собственно, сам кабель. Сам кабель USB 3.0. И мы сейчас его сравним с оригинальным. Итак, вот он, наш удлинитель. И вот он, наш оригинал. То есть, ну, я имею в виду длину. Вот, если сравнить от штекера к штекеру, то видно, что Ugreen все-таки по длине, и Ugreen это 50 сантиметров, значит, ну, где-то 45, значит, сантиметров оригинальный. Ну, как раз вместе будет метр. И если посмотреть, то, во-первых, сам кабель толстый. Вот Ugreen-овский у меня сейчас в руках, он толстый, а вот который в комплекте идет с жестким диском, он тонкий. А сечение провода, ну то есть ширина его, тоже влияет на скорость передачи. То есть если здесь такой тоненький, то по нему меньше сможет пройти как бы тока. А здесь побольше сможет пройти, соответственно, он будет получше. Вот, плюс здесь контакты позолоченные. Это хорошо. Внутри то же самое, позолоченное. Вот. И сам по себе он такой, ну, не мягкий как бы. А ну что этот такой? Хотя этот помягче будет. Все время, когда этот как-то по... Хотя не, он, наверное, такой же. Он такой же. Просто из-за его толщины он как-то... Они одинаковые, просто из-за того, что этот тоненький, он немножко полегче гнется. Был бы он по толщине такой же, то он бы так же гнулся. Ну, я думаю, да, качественный, наверное. Потому что если он был бы совсем... Например, если так вот гнешь в бок, ну, так он как-то тяжело гнется. Так же, как этот... Ну, если так гнуть его, где он уже согнут, это, конечно же, не то. А вот так гнешь, тяжело гнется. И это также вот тяжеловато гнется. Значит, хороший, я думаю, качественный. Вот. Ну, я еще тестер заказал, USB тестер. Он еще не пришел, когда придет, я через USB тестер подсоединю этот кабель. И, ну, просто к жесткому диску. А потом этот кабель подсоединю через этот удлинитель. И тоже через тестер. Ну, тестер, удлинитель, и потом
к жесткому диску кабель, а потом через тестер без удлинителя. Ну и посмотрю, как, сколько тока проходит. Вот, но пока что не могу проверить. Поэтому, ну в целом кабель на вид в данный момент кажется сейчас качественным. Ну а на этом все, всем покедова.